Ой. Доброе утро! Как дела? Сегодня что, выходной? Два выходных! Два? Да, когда ты выспишься? Завтра. Готовлю себе кашку с белком. Здесь уже молоко, перловка. Немножко сахарозаменителя. Здесь уже взбиты белки. Два штуки. Вот, в общем, сейчас рецепт. Рецепт. Вот он. Вот моя вчерашняя работа. Ночная. Особенно вот это очень люблю. Я готовлю обед. Здесь у меня варятся макарошки. И здесь курица. В общем, все, что было в холодильнике. Болгарский перец, лук, соевый соус, морковка, куриное филе. Что здесь еще? Немножечко майонеза, немножечко томатной пасты. Сейчас еще водички вот от макарошек сюда добавлю. И будет такая запеканка с макаронами. Сверху еще будет сыр. Такой. Так, осталось только сыр сверху потереть. Я уже смешала прям в этой форме макарошки и эту подливку. Сейчас сыр и в духовку. Я сыр потерла, но я его тоже перемешаю, чтобы не было этой твердой корочки сырной, а чтобы он внутри тянулся. Я надеюсь, что так будет. А как будет на самом деле, еще не знаю. Все, сейчас в духовку отправляем. 180 градусов, не знаю, может на полчаса, минут на 40. Ну что, сегодня точно будет нормальный влог. Я еду на ресницы. Ой, мне аж солнце засветило, аж ослепило меня. Не знаю почему, но у меня почему-то на правом глазу их меньше, на левом больше. Вот, хотя бы с 3-го или со 2-го числа. 2-го числа был месяц, вот сегодня какого, 17-е. В общем, ну я не крашу ресницы. Жду, когда они будут опять пышные. В общем, не знаю, что-то я подсела на наращивание. Мне очень нравится. Делаю 2D. Вот все мне нравится, эффект. Ну что, еще раз всем привет. Я уже дома. Очень счастлива. Получается, чуть больше 3 часов я там была. Но это со снятием. То есть старые ресницы мы сняли, да, новые нарастили. Я не знаю, вы что-нибудь видите? Я вижу. Я вижу, что мне опять не нужно краситься. Все круто, но если честно, не красилась, даже когда уже реснички подвыпали. Я ходила как есть, и, в принципе, даже на левом глазу они были. Забыла заснять, хотела снять, сколько ресниц у Юли на ватном диске осталось. То есть те, что она снимала, мои. Их там достаточно много, то есть все-таки даже больше месяца они держатся. Покажу запеканку. Сижу, мне сказал, очень-очень вкусно. Дети перед этим наелись, поэтому они не очень ели, но сижу, мне сказал, вкусная запеканка, так что можно готовить. Купила сейчас продукты, покажу, что здесь. Заехала в Пятерочку. Салатные листья, это они у меня в меню на завтра. Кефир. Помидоры черри. Завтра у меня в меню салат с макаронами, поэтому буду делать. Там нужны помидорки черри. Бананы завтра в кашу. Каша с бананом и с сыром. Честно, очень вкусная овсянка. Если добавить туда и банан, и сыр, правда, прикольно. Сочетание сладкого и соленого очень-очень такое интересное. Яблоки. Сейчас мы фрукты едим и овощи просто. Я не знаю, как будет летом. Груши вот эти вот в Пятерочке. Вкусные, желтые. Фасоль. У меня сейчас будет буррито. Буду себе готовить обед. Фасоль в обычном собственном соку. В общем, мне в томате нужно. Горошек купила. Хочу просто салат семье сделать. И дети вообще просто любят горошек. Он там был по скидке. Куриную грудку.
Вот, так что еще 4 огурчика взяла, уже там тоже в пятерочке пупырчатые появились. И вот эта вот паста была, бантики тоже типа там по скидке, но мне было не важно, главное, чтобы она из цельного зерна была сделана. И тут прям мне так понравился состав. Где он здесь написан? Здесь в составе только вода и мука, и все. Вернее, сначала мука, потом вода. Вот, поэтому, в общем, взяла вот такие вот. И все, вот это вот все покупки вышли на 800 рублей. Я все время забываю, там нужно показывать вот этот вот 50 рублей, если на 500 рублей, да, будет. На 500 рублей купишь, 50 рублей скидка, я забываю все время этот чек, блин, надо его в машину положить. Потому что вот эта покупка у меня была на 800. И у меня уже 72 наклейки на карточке для ножей, которые нужно там сколько, 90 наклеек, да? Вот, у меня уже 72. Я готовлю себе буррито. Вот у меня здесь куриная грудка. Там вообще нужно было фарш. Ну, я вот порезала, насколько могла, мелко. Сейчас сюда лук. Здесь 270 грамм. Сейчас еще 30 грамм лука. Так, мое супер буррито. 30 грамм лука, 270 грамм куриного филе, 100 грамм фасоли. Там написано красное в собственном соку, ну красной в собственном соку не было, поэтому я все-таки взяла белую в собственном соку, 50 грамм томатной пасты, воды, ну, я лью по своему вкусу, вот, и сейчас еще добавлю сюда чесночок, и сейчас это все потушится, я буду себе делать буррито в лаваше, все, буду сейчас собирать себе мой буррито. Курица потушилась, я решила, что фасоль и кинза, мне кажется, это идеальное сочетание, они, по-моему, созданы друг для друга, поэтому я немножечко себе кинзы, и сейчас буду все это в лаваш заворачивать, еще кусочек сыра потру, в общем, красота. Все, начинка для моего буррито готова, сейчас буду в лаваш заворачивать и погрею немножко вот на этом гриле. Вот, вот такой вот он. Этот гриль нагревается. Сейчас я как раз пока сверну. Буду подогревать и обедать. Что, приятного мне аппетита. Буррито. Буррито. Как мне нравится, как звучит. В общем, буду обедать. Ой, ребята, сейчас мне предстоит гору вещей сложить. Честно, пока мы вязали, я даже не занималась. Я единственное стирала и все. И не складывала. И сейчас, как всегда, открываю окошко для свежего воздуха. Буду любоваться на травку зеленую. Тюльпанчики уже, в общем, красота. Птички поют, но ветер сегодня очень сильный, поэтому на улице особо не поработать. Будем что-то делать в доме, но на улице я все же выйду. Хочу немножко в палисаднике, хотя бы 15 минут. Так, складываем вещи. Сразу все нужно разложить. А дальше посмотрим. Я пришла на кухню, знаете, включила чайник прокипятиться, потому что накипь у нас вода такая из колодца. И сейчас он уже чистый. Если честно, здесь накипи было очень много. Вот сегодня у меня не было лимонной кислоты, так вообще лимонной кислотой, но сегодня уксусом. Вот, поэтому сейчас немножко постоит, я все вылью, еще раз прокипячу и опять вылью воду, вторую получается, да, залью и будет там. Вот, поэтому чайник прокипятила, и сейчас хочу убраться в холодильнике. У нас тут слоник такой, это фоньки, как раз тайским магнитиком. И я сейчас выключаю холодильник, вот верхнюю камеру. Все, она отключена. Я теперь его открываю и хочу промыть, все здесь перебрать, потому что куча всего. И, ну, в общем, посмотреть, что у нас здесь. Свечи, манка, винишко лежит.
томатная паста, горчица, все остается, да, на вот этих полках, вот пол пакета гречки, которые так и не доели, и она уже несколько дней, уже сразу собачкам. В общем, есть здесь такие запасы, еще одни пол пакета гречки, в общем, отходное у меня производство, но котиков, собачек тоже надо кормить, поэтому сейчас этим и займемся. Все, вроде бы убралась в холодильнике, заодно поговорила со своей сестрой, которая ошиблась номером телефона. Вот. И что? Все чисто. Здесь салатные листья меня ждут до завтра. Соевый соус. Вот этот легкий такой вот в стеклянной банке с сенсой. Майонез Сержу мне зачем-то купил, но придется его использовать. Томатная паста, горчица, молоко, кисляк отдадим родителям домашнего молока. Не допили мы домашнее молоко, нам что-то не идет. Огурцы Гришка себе по утрам делает иногда бутерброды, сам тесто пряничное, кефир, масло вот такое вкусное, тысяча озер. Здесь фасоль, решила я гречку не выбрасывать, хочу достать утку, обрезать ее. И сделать фарш с гречкой, и здесь немножечко фасоли тоже туда же в фарш. И будут вот такие вот котлетки. Здесь у нас кусочки сыра. Вот понаходила еще, он хороший. Недавно покупали, но просто был за тестом спрятан. Это мой ужин, курица с фасолью. Здесь редис. Папе на рынке отдали просто так бесплатно, потому что он маленький, видите. Пучок, поэтому я наобрезала пучок. Нужно вниз поставить, чтобы не забыть. Яйца вот такие вот лето беру. И моя куриная грудка, томат. Все чисто. И в овощах тоже убрала. Здесь мне щавель. Буду завтра делать суп. Борщ зеленый со щавлем. Болгарский перец, лука всего два осталось. Надо уже покупать свой. Вот последний доели. Одна свекла тоже нужно покупать. Морковку уже покупаем. Молодая капуста, старая капуста, старая капуста. И огурцов еще нашла. 4 штуки купила, еще 2 даже нашла здесь. Поэтому все, закрываем холодильник. Спасибо, что ты пикал. А еще я решила порезать всю зелень. Здесь кинза, укроп и петрушка. Сейчас все это сложу в пакет и буду добавлять. Потому что, честно, иногда очень не хочется резать. Или в контейнер. Сейчас, в общем, куда-нибудь засуну, перемешаю. Все хорошо. Буду добавлять. Можно даже подзаморозить. Ну, хотя и в борщ у нас сейчас мы готовим и салаты. Поэтому будет все вкусно и нормально. Доедим, я думаю. Только сразу порезала. Не надо. Ага. Ну ничего не сказали еще. Я опять одно снимаю белье, другое вывешиваю. В общем, все, круговорот белья в природе. Я же пришла в палисадник, хочу здесь немножечко высадиться. Нашла вот такие гладиолусы где-то их или в Балцентре, а нет, в Кореновке, по-моему, покупала. Вот здесь вот 3 луковички хочу сейчас пока садить. Надеюсь, что не поздно. У башки Гали уже они взошли, прям вот такие, наверное, росточки. Я вот только буду сажать. И еще купила такие вот 2 кустика. Подскажите мне, высокие, невысокие? Я сейчас тоже их высажу. Сержаня уже сегодня выезжал на тракторе. Представляете, такой счастливый, довольный, что его собрал. Сейчас поближе покажу этот синий трактор, как из мультика. Ну, в общем, довольный, здесь что-то уже пробовал культивировать. Вышла посмотреть закат. Красота. А? Ты что, спрятался, Антох? Саша, и ты спрятался? Ого! И Афоня бежит. Я сейчас до папы схожу. Видите, как тут красиво Сержуня косит. Все так в волки укладывает. Thank you.
вот закат. Я зашла поужинать. Так, там вообще по меню у меня вот эта вот курица с фасолью и должно быть пюре из цветной капусты. Но, ребят, честно, не хочу его делать, поэтому просто сделала себе салат. Огурцы, редиска, зелень и с маслом. О, еще! У меня тесто. Да? Тебе какой? Фунь, ты что самые большие выбираешь? Подожди, давай тебе вот эту. Тебе хватит. Я тебе более не буду, я лучше возьму. Нет, мне вот эту надо. Ну, поставь туда маленькую, пусть эту ест. Только на тарелочку ставь, хорошо? Мам, тебе зайчика не надо? Мам, подожди. Шлем! Мне не надо зайчика. И палку не надо. И палочку даже тебе не надо? Может, морковочка, да. Это от кого? От вот этого, вот тут она была. Огурчики, это зайчику надо. И за гусю. Да? Зайчику или гусю? Ням-ням-ням. Что? Да, я одну возьму. Ну, поставила их на место. Ну, значит, та, в той возьми глубокие. Значит, все уже плоские. Чтобы мы съели. Почему? Надо все доесть, потому что скоро новые будем печь. Палки надо. Выкидывай сразу, неси. Не надо. Да? Мам, а то, что тебе завтра выступать, у тебя что за царапина на лице? Иди, мой руки, пошли, сейчас будем подшивать костюм. Антону надо костюм подшить, сейчас пойду ему подшивать. Не снимать? Тебе не нравится? Ладно, снимай. Тебе не нравится? Это большое. Маленький уже. Здесь ничего нет. Да, это завтра будет танец с картами, да? Карта есть. Жалко. Почему там не крестов? Черная. Здесь розовая. Это красная. Слушайте, ужас, я целую неделю не выставляла видео, сейчас отвечаю на комментарии, монтирую, в общем, дела, весна, ребята, настала. Все, выгружаю целых два видео, аж стыдно, стыдно мне, ну ничего, такова жизнь. Все у вас впереди, все будет замечательно. Что? Мы с вами. I used to believe